Предполагаемая структура администрации города Назарово. Она должна строиться в соответствии со 131-м федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Предлагаю следующие изменения. Наименование должности заместитель главы города по социальным вопросам дополнить заместитель главы города по социальным вопросам, общественно-политической работе и взаимодействию со СМИ. Введение в структуре администрации отдельного подразделения управления по собственности и землепользованию, которое будет исполнять функции контроля, отдел контроля, чтобы там был, потому что у нас на территории города сейчас 6 видов контроля, в частности, в отделе по собственности их 3. Работает один контролер. Для того, чтобы были результаты, нужно их не менее 3. То есть предлагаю, чтобы управление по собственности состояло из 3 отделов.